Утренние часы самые ценные. Мозг с утра обнулен. Он не мыслит ни позитивно, ни негативно. Ощути себя проснувшимся в холодном сыром лесу. Что ты первым сделаешь? Соберешь место ночлега? Сваришь еду? Или замерзшим после холодной ночи разведешь костер? Также с умом с утра нужно развести пламя мышления. Начать мыслить позитивно, созидающе, прочитав мотивирующую литературу. Зарядившись энтузиазмом с утра, ты сделаешь за день в 10 раз больше, нежели если отравишь свой ум чашкой кофе с сахаром натощак или сперва накормишь свое тело вместо своего ума. Достоин презрения тот, кто с утра не греется у костра знаний.